«Россия вперед» – лозунг сродни «Мы вместе», а значит, обязательно победим. Его кричали в момент триумфальных побед наших фигуристов на Олимпийских играх в 2006-м в Турине. Я чувствовала в тот момент пустоту, такое чувство, даже не пустоту, а какое-то чувство полета в каком-то бескрайнем поле. И даже не поле, а вот какой-то, я не знаю, свобода. Леса, реки, поля, луга. Вот я летела, куда лечу, чего лечу. Ну, бесконечное ощущение счастья. Знаете, я вот не плакала. Ну, вот совсем прям одна слезинка вылилась. Я так хотела плакать. Я всю жизнь мечтала, как я буду стоять на пьедестале, и у меня как у Ирины Родниной будет течь. Это слеза счастья. А она так и не текла. Я стояла, вот летя вот над этим полем, и стояла и думала, ну, почему же я не плачу? Почему вот не было эмоций никаких? Они стояли на олимпийском пьедестале и не плакали. Плакала страна от радости и гордости. Характер – это то, что отличает нас от других. Несмотря ни на что, это присуще только нам. Фигуристка Татьяна Навка в разговорах «Кто мы такие?» и «Почему у нас не все, как у других?» вспоминает, как жила 2 года в Америке. После этого она решила, больше из России не уедет. Мы люди, крестьяне, мы какие-то вот, мы другие, мы душевные, человечные. В нас очень много мы приземленные, но в то же время приземленно одухотворенные. Я просто долгое время жила в Америке, поэтому я могу сравнивать людей там и здесь. Мы действительно живем с Богом. Поэтому вот это вот наше ощущение духовности, воспитание наше, да, которое передается нам от наших прадедушек, прабабушек. Мне кажется, оно поэтому нам и помогает выживать. В Америке все более черство, сухо, меркантильно. Конечно, я человек русский, просто от пяток до кончиков волос, поэтому я не могу жить.